And I can tell you that leaders go first, they show the way. Я могу также сказать вам о том, что лидеры являются первопроходцами, они указывают дорогу своим последователям. And I can tell you in network marketing, a leader, you can always tell a leader. И еще я могу вам сказать, что в сетевом маркетинге вы всегда можете отличить настоящего сильного лидера. By the fact that they have their attention, their focus. Потому, где сосредоточено их внимание, на чем они сфокусированы. On other people, on their people. И этот фокус, именно это внимание, все сосредоточено на их людях, на тех, кого они ведут за собой. And I can tell you that leaders are visionaries. И я могу вам сказать, что у всех лидеров очень сильное видение. But frankly, everything about leadership will happen to you in this business naturally, automatically, all by itself. Но на самом деле, все, что связано с лидерством, оно в тот или иной момент с вами непременно случится в этом бизнесе. Очень натурально. Just trust the process. Просто доверьтесь процессу. And create that as part of your vision. И включите это как составную важную часть вашего видения. Speaking of vision. Кстати, о видении. That one. И о компании Vision. Что в переводе означает видение, да? I want you to do something for me. Я хочу, чтобы вы что-то сделали сейчас. Trust me, nothing strange will happen. It's a good thing to do. Доверьтесь мне, ничего особо странного здесь не произойдет. Close your eyes. Я сейчас хочу вас всех попросить, закройте глаза. And relax yourself. И расслабьтесь, насколько возможно. What I'm going to be asking you to do is look at your vision. Я хочу, чтобы сейчас вы посмотрели и увидели внутренним взором ваше видение. It's easier to do with your eyes closed, that's why I ask you to close. Это просто гораздо легче это сделать, если у вас глаза закрыты, и вы не отвлекаетесь на окружающее. Поэтому я попросил вас всех закрыть глаза. And take one or two deep, relaxing, peaceful breaths. И пару раз очень спокойно вдохните и выдохните. So that you feel calm and centered. Чтобы вы почувствовали, что вы сконцентрированы в центре своего бытия, и что вы спокойны. And I'm going to ask you to envision yourself at some point off in the future. И я хочу, чтобы вы увидели себя в какой-то момент в вашем будущем. When many of the goals and dreams and aspirations you have right now today, когда уже многие из тех целей, что вы перед собой поставили, и те начинания, которые вот сейчас только имеются в вашей жизни, уже имеют место, they're no longer goals, you are living them. Они уже больше не цели, к которым вы сейчас стремитесь, но вы их уже переживаете. I want you to imagine one perfect day, one great day in your future. Я хочу, чтобы вы представили, что сейчас, в этот момент, вы переживаете идеальный день в своей жизни. То, как вы хотите, чтобы ваше будущее выглядело. And imagine what it looks like, and tastes like, and feels like, and smells like. И представьте, как все, что вокруг вас и внутри вас выглядит, как это пахнет, как это ощущается, что вы чувствуете. And imagine this as present tense,
happening to you right now. И представьте это как нечто происходящее с вами в настоящий момент, в данную секунду. You've achieved the success that you've been after. Вы достигли того успеха, за которым так долго вы охотились. You are living the lifestyle that you dreamed of. Вы живете именно такой жизнью, о которой всегда мечтали. Imagine your possessions. Imagine what you will do during the day. Imagine how it feels to be successful that way. Представьте то, что окружает вас, то, чем вы владеете, то, как вы ощущаете себя, будучи таким успешным. And imagine you are on your way to the next millennium. И представьте, что вы на пути к вашему следующему мероприятию, называемому миллениум. Imagine the people you will be bringing with you and the success that you will have received recognition for. Представьте всех тех людей, которых вы поведете за собой на это мероприятие. Представьте тот успех, за который вас будут признавать на этой сцене, за который вас будут благодарить. And see that as real and as vivid as if it is happening right now today. И постарайтесь представить себе это настолько живо, насколько вы это можете, как будто это вот сейчас уже с вами происходит, в данный момент. And take a deep breath, please, and open your eyes. А сейчас я хочу, чтобы вы еще раз глубоко вдохнули, выдохнули и откройте глаза. And realize what an extraordinary opportunity you have to make that vision and more come true. Я хочу, чтобы вы все очень четко себе представили, какая вам предоставлена замечательная возможность достичь того успеха и приблизиться к этому видению, которое вы сейчас только что пережили с этой компанией, с этими лидерами. And just by being here today, now, you've proved you have what it takes to make it happen. И одним своим присутствием на этом мероприятии вы уже доказали, что у вас в наличии есть все для того, чтобы достичь того, чего вы хотите, и сделать свою жизнь такой, какой вы ее себе видите вот этим внутренним вашим взором. Trust the process, trust the vision process. И доверьтесь процессу, предлагаемому vision и вашим видениям. Thank you. Спасибо.